Приветствую всех зрителей канала в игрушке Far Cry 6. Продолжаем с вами страдать фигней. Постепенно открывая для себя что-то новое. И хотели мы с вами в этой серии уничтожить... зенитное орудие, но... блин. Это что вообще? Вместе. А я думал, это проход туда беспалевный. Но нет, так нет. Вроде военных не наблюдается. Давайте-ка прокатимся дальше. Так, стоп. Нужно отметить это дело. В какую сторону мне ехать? Ну, правильно едем. Практически. Только вот отсюда поедем. Единственное металлическое сооружение. Да, блин, ну ты чего угораешь? Он застрял? Не, не застрял еще. Да хорош, ну ты чудный, это же квадрик. Неужели? Так, объезжаем все это. А вот здесь спокойно, уже здесь. И такое в жизни бывает. Прыгал живым. Нифига себе. Дробовика практически в упор в табло. Быстрей. Кто? Здесь у нас еще есть. Тут только вы не вижу. Ладно, вижу. Не то. Так, и теперь последний. Кто? Где? Ты что ли? О, великолепно. Теперь собираем припасы. Уничтожаем зенитку. Так, а 100% здесь что-то есть. Повстанцев. Ну, видимо, это была какая-то полуважная информация. Так, здесь еще кабанчики. Кабан взорвал антенну, просто пробежав. Стой, 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 а ну-ка иди-ка сюда. Так, я надеюсь, он будет медленнее меня. Давай, старайся. Там вроде еще один белый. Так, карта, медикаменты. Еще. Тайник есть. Так, ну теперь Supreme это можно не использовать, можно просто чпунг. И все. Итого мы с вами... А что про эту базу? Нук, рифовые акулы.
Вот хрена нам за это дадут. Можно будет сегодня в серии просто все, весь остаток верхней части карты зачистить. Ну, естественно. Синей дыре, что? Кстати, у меня здесь тайничок еще поблизости. Кстати. Кстати. А ну-ка, пойдемте-ка. Че, вертолет там? Кто там падает-то? Так, внимание, знатоки, вопрос, стоит ли? Если они после этого взрыва и особо не среагировали, то, думаю, можно. Серьезно, их валят кабаны, они еще умудряются. Чего? Ты офигел, что ли? О, попадос. Ну давай, я готов. Иди сюда. Так, я готов даже больше. Ни хрена их там. Так. Перезаряжаем, перезаряжаем. Перезаряжаем, естественно. А что ты все жизнь-то выкинул? Нифига ты. Транжиром. Угу. Кто-то у нас есть там? Тайничка еще далеко. Если не получится, нет. Кажется, это снайпер. Лед, там еще и танки ездят. Засада. Что-то чисто теоретически он меня не может на таком расстоянии в темноте увидеть. И что там с танком? Как я вообще должен вальнуть танк, мне интересно знать. Конечно, попытаемся его обойти, но... Даже не знаю, как это комментировать.
противники, которые представляют наибольшую опасность, типа танки, вертолеты, по большей части достаточно легко валятся. Здравствуйте. О, не разгоняйся так. Что можно спрятать на такой глубине? Блин, ну что мне там ядерную боеголовку сейчас дадут? Набираем, собираем. А мне это не надо. Это еще не все. Там еще глубже есть что-то. Хотя прикольно, что здесь нет солдат, кстати, так. И что такое? Не камера? Надеюсь. Вас никто не услышит. Так, взять лекарство. Блин, ну, учитывая на какой глубине это все, скорее всего, это пульт управления действительно чем-то очень интересным. Ну, скорее всего, я ошибаюсь. А, бизон. Ну, тоже неплохо. Так, и где нас выбросит? Может даже не выбросит, может быть мы здесь еще много всего интересного найдем. Как без этого? Лекарства, патроны. Это что за юмористическая передача? Я же отсюда и пришел. Так. Сейчас, если я отсюда опять выпаду в том зале, это будет прям комбо. Здесь я был. Все, вижу. Ну, получается, что нам идти в обраточку надо полностью. Это не особо интересно. Так. Следующий тайничок сразу себе путь проложим. А здесь еще не был. Слушайте, замечательная база, скажу я вам, здесь. Много всего интересного. Что? Серьезно, так просто? Кажется, кто-то снайперит там сидит. Целеуказатель. Так, ну нам не к нему, нам в принципе дальше. Надеюсь, что получится без приключений. А еще я надеюсь, что там есть какой-нибудь
транспортное средство водное. Это же фигня. Здрасте. Какой еще нахрен навел удар? Что произошло? Так, здесь больше ничего. Перебегаем теперь сюда. Так, а еще мне интересно. Ага. Это на территории. Ладно. Так, ну я думаю, здесь еще что-то интересное нам откроется по пути. Вероятно. Но это не точно. Тебе не уйти, не рыпайся. Нифига. Я думаю, получится сделать убийство мачете. Ты же не против, если я это возьму? Так, а что это у нас здесь? Что это мы здесь нашли? Там что-то на карте показано у нас. Многих отлично застали врасплох на рыбацких лодках во время задания. Это вот это что ли? Блин, опять начинается эта тема с колокольчиками. Один колокольчик где-то там наверху. Кажись. Yes. Saber cualquier cosa que pueda hacer. Так, я должен на такой территории искать эти колокольчики. Блин, как бы с одной стороны я их слышу, с другой стороны я вообще нифига понять не могу, где они. Ой, кто такие? Быть поплыли.
Скажись, это был подкол. Пытался я прослушать этот момент, но чё-то никак. А, блин. Хотя теоретически, если бы, например, я подлетел туда на вертолете, возможно. Тут и получилось бы. Ну-ка, что ты мне подскажешь? Ничего не подскажешь. Так, и все-таки. Он же мне еще никак не подсказывается. Особо то. Как мне стоит, а может быть там пушка есть с той стороны? Будет смешно, если это вообще не здесь. Так, внимание, знатоки, вопрос. Есть ли здесь варианты? Не, стоять. Там есть подсказка. Ключ там. А где там? Да не, фигня какая-то. И не на крышу. Странно. Так, что мне там чувак хочет рассказать? О, слушай, найди мне ключи, а? Красавица, да, красавица. Ты, Сид, есть новости? Да, не, отмечаю на карте местоположение зенитки. Ты знаешь, что делать. Спасибо. А ты что тут заблудился? А, блин. Так, а здесь что за синее? Может быть, все-таки они нас приведут. Бля, кажется, это спецназ. Каждый из вас быть настоящим иранским солдатом. Дисциплина, мужество, справедливость. Куда они ведут? Здесь у нас крабы. Блин, нафиг его знает, что там с этим тайником. Пока что оставим это дело. Так. Ближайшая точка у нас на КПП. Сейчас будем пытаться кое-что сделать с этими собачками, естественно. Вообще, как вариант, был бы неплох танк. Но нет, так нет. Рассказывай. Есть что рассказать? Дани, нам сказали, что беглых изгоев ловят на КПП. Загляни туда, похвали солдат за хорошую работу. No problem. Парень, ты вообще в адеквате, нет? Так, КПП нам отметили. Мы себе отмечаем вот это место. Ты
Это танк там впереди ехал или мне показалось сейчас? Видимо, показалось. Так. Постараемся проехать. Обратно можно будет точно так же телепортироваться на КПП. Не-не-не-не, вылезем. Сейчас быстренько кое-что сделаем. Главное, чтобы мне эти демонические собачки не отхреначили там. Это они? Гоню. Это ж Кайволк. Кто? О? Чего он сказал? Так, это первое, где второй? Куда делся? Дикий зверь совсем рядом. Это точно волк? Ты меня куснул? А, это братуха твой. Так, ребятки, ну давайте сюда. Так, не получилось у тебя брата спасти. Так, надо немножечко привлечь его. Это там нормально все, не? Твою мать, а ты кто вообще? Так, это обычные волки. Я разобрался с кайволками. Точно? Вроде как точно. Койота у нас дальше. Так, есть у нас еще тайничок, но. Есть еще один тайничок, как бы ближе. Так, опасно мне сейчас туда, конечно, бежать. Хотя, остановить по-другому немножко сделаю. Чего здесь? Да, скорее всего, просто чисто. Даня, руль поверни и езжай назад. Выходим, быстренько запрыгиваем сразу же. А где эта фигня? Сразу мне бы, конечно, добежать до него. Демониако. Прикольно. Так, значит, ставим это сюда. Здесь делаем вот так. Ну, таким образом можно и ко второму тайнику пробраться, кстати.
Раз. Я думаю, так и сделаем. Спускаемся максимально низко. Оно так, чтобы не разбиться. Вижу инженера. Так, инженер нам как бы не то. Так, ребятки, у вас тут тыничок. Тут я вообще не при делах, сама взорвалась. Тыничок что, на крыше? Да, действительно. Ну, как бы неплохо. Теперь повторяем этот трюк со вторым. Кстати, таким же образом можно... Там еще и тайник Либертат был. Так, таким образом быстренько смотрим, где это дело. И сразу же летим туда. Так, мне бы примерно сориентироваться, что где, чтобы не было солдат. Тут прямо готов. Да мы им не пользуемся уже несколько серий. Подряд. Самый легкий. Здесь у нас что, надо забраться? Ну, как бы да, наверное, надо. Ну и давайте уже сразу. А, я не то сделал. Нам же надо было высадиться. Интересно, с чего нас там выкидывает, потому что вертолет. Half-Life. Вертолет вроде как не на такой высоте летает. Вообще, у вас здесь что? Я не припомню такого места. Так, ладно, чувачок, ты здесь сам как-нибудь. У тебя вон подружка есть, которая тебя защитит, если что. Так. Так. Удивительно. Так, чего так лучше сделать? Блин, ну если там опять какая-нибудь фигня будет, типа, съезди то взорву, съезди это взорву, у нее тайничок какой-то там стоит в гараже. Я хочу этот тайничок открыть. Посмотреть, что же офигенное мне там дадут. Кстати, пользуясь случаем, надо глянуть. Что у нас по... Неплохой вариант, конечно, если на него глушитель навесить. Что по дробовикам? О, блин, нет. О, 64. Ну, 64, кстати, неплохой объем обоймы для ПП. Кстати, ну-ка, погоди. А вот и все. Больше не будет у тебя музыки. Давай. Танк твоя кисть, а Яра твой холст. Да ладно, всего лишь. Коню. Келиндуэрес. Просто красавчик. Не, погоди. Давай-ка глянем, что это за
Папа, прошу тебя, что-то ты трус, корчишь из себя. Какая фигня, а? Да ладно, эта музыка еще и в танке играет. Не, возможно, в рамках прохождения игрового там пес у нас. А что здесь делает моя машина? Так вот, в рамках игрового прохождения, не для... Ютуба. Под такую музыку можно кайфануть на танке. Но, так как Ютуб у нас жалобы выкатывает, то, соответственно, это плохая идея. Поэтому пускай там на фоне немножко поигрывает. Кстати, здесь нету, здесь бесконечные снаряды у танка. Даже не знаю, хорошо это или плохо в данном случае. И серьезно? Больше вы никуда не уедете, ребятки. Ладно, как офигенно кататься на танке, стоять. Я не могу так поступить, тем более мне все равно надо было выйти починить его. Как я должен это сделать? Какие хитрые ботинки химзащиты. Так, глядишь, скоро весь набор химзащиты соберу. А ну-ка, стой. На танке есть какие-нибудь обозначения? С-68. Косолин. Просто там на люке русскими буквами написано закрыть и открыть. Закр-откр. Так, это тоже нет? Блин, ну, ребят, ну не можем пропустить, не можем. Потому что, вероятно, когда-то... Это может кому-то пригодиться. Так как я стараюсь максимально... много всего посмотреть и показать вам это видео, соответственно, с местами, где все это ни хрена себе. В отличие от тех пулеметов, которые у меня уже есть, на этот пулемет мы можем сами навесить там, например, глушитель или выбрать патроны. О, неплохо, неплохо. Плохо, что у нас здесь вертолеты летают. Как бы 100% они спалят, что это не их танк. Потому что, ну, как бы... Хотя вот так можно замаскировать. Свинка.
Ну, держитесь. Ну и лететь сюда. В чем прикол расстреливать с винтовок штурмовых танк? О, вот это другое дело. Блин, он меня сейчас взорвет ведь. Видишь, чувак? Сейчас будем пытаться, у меня есть ручной гранатомет, сейчас все сделаем. А у меня же здесь баг был, видел. Так, надо бы отойти от него, он сейчас мне зарядит. Так. Охренеть, он монстр. О. Сейчас еще и спецназ здесь, да, великолепно. Грузовик. Да плевать вообще на грузовик. Так, все, валим, ребятки. А, это вот этого гражданского я, походу, завалил. Так, ну, надеюсь, по пути больше не будет приключений. Раз. Один готов. Обожаю смотреть, как горит рожа. Два. Опа. Продолжай говорить, сможешь. Еще и танк. Что ты говорил? Танк. В смысле танк обезврежен? Твою мать. Ее танк преследует. Эта фигня вообще реально? Против танка и вертолета. Я думал, надо было просто приехать там, билбордики разнести. А, все нормально. 2 из 8. Так, и чё её? Ну, в зоне поисков можно? Можно, да? И чё, и где? Кто мне показывает? Там же не зона поисков. А, все, вижу. Почему-то на карте я это вижу, а так нет.
Здесь бы неплохо подош. Они мне предлагают. Так. Вот тебе сингал. Это мне самому искать все это дело? Я же офигею здесь. Прогресс. Такое ощущение, что я близок к настоящему прорыву. А вот сейчас у нас с вами будет проблемка. Черт, я все еще слышу взрывы. Ты разве не закончил? Нет. Потому что у нас остается последний, и хрен его знает, где его искать. Чтобы мешать твоим творческим порывам. Веселись. А, все. Вопрос отпал. Ксения. Наша работа закончена. О, да! Вдохновение тебе не занимать. Однажды я нарисую твое лицо на стене башни Антона. Класс. А пока я последую за твоим музыкантом. Отличное место для самовыражения. Увидимся там как-нибудь, окей? Так, патронов здесь нет, здесь можно перезарядить. Что за это дадут-то? Ага, танк мне дали за это, раскрашенный. Ну, лучше, чем ничего. Плюс все-таки получилось открыть оружие в этой серии. Дополнительно новое. Так, и, ребятки, в таком случае, раз уж все у нас получилось, на этом моменте мы с вами прощаемся и встречаемся в следующих сериях.